Название есть, улицы будут. Совместный конкурс администрации города и нашей телекомпании «Назови улицы» завершен. Сегодня глава города поздравлял победителей конкурса. Ими стали жители Кунгура Олег Ласлов и Светлана Красильникова. По мнению жюри, именно они предложили самые удачные названия улиц – семейное и многодетное. Земля, на которой будут обустроены улицы, выделена под строительство домов для многодетных семей. Вот вам это благодарственное письмо. Это вот паспорт кунгурика. Это приглашение на все юбилейные мероприятия бесплатно на 350 лет городу Кунгуру. Вы имеете право на любое мероприятие прийти с этим удостоверением. Ну и самый главный подарок – это сертификат за свободный полет на воздушном шаре. Большое спасибо. Олег Ласлов не единственный житель города, который предложил название улицы «Семейная». Вариант Светланы Красильниковой «Многодетная» также заявлялся не раз. Просто Светлана и Олег сделали это раньше других. Я сам не ожидал даже. Большое спасибо, что главе города, что это определили, что улица будет название такое иметь «Семейная» в городе Кунгуре.